Идем дальше по нашему плану, скачать и установить ВС. У ребят школы это, я думаю, есть. То есть здесь на spb-tut.ru, это другой сайт, да, мы в подготовке это все делали. Я что-то покажу на основной системе, что-то на виртуалке, чтобы не переделывать. Наберите VS Studio коды и будет вот сайт. Здесь вы скачаете либо для Винды, либо для Linux. Скачиваем деп-файл, я показываю для Windows, но для Винды понятно, что экзешный файл и в зависимости от системы 3264. Все шаги я показал в уроке. Ctrl-Alt-T. Переходим в загрузки. Нажимаем LS. Ой. Видим наш файл sudo dpkg и флаг i. Вводим первые буквы, нажимаем Tab, нажимаем Enter. Нажимаем, вводим логин, пароль. И ставим. После мы уже среду можем открыть на компьютере. Добавить в избранное. Нужно все отмечать. Выберите тему, которая она предписала предупредить, что может поставить языковую поддержку. Соглашаемся, ставим, она перезагружает. Пометим как выполненное, ну, в принципе, и все. Хотим, чтобы отображалось, или не хотим, ставим или не ставим галочку. Далее. Зайдем в домашнюю директорию, или где вы решили, лучше в домашней. Создаем папку dApps. Создадим в ней папку ну это первое, потом можно удалить. Тест-контракт. Откроем директорию и откроем нашу созданную директорию. Соглашаемся, что доверяем, сами же создали. Далее открываем проводник. Ну, давайте любое, напишите название, расширение после точки sol. Можно, в принципе, и лучше всего для проверки работы сделать следующее. Ссылка будет в уроке и в описании видео. Заходим на официальный сайт, документацию. На соль находим Solidity примеры и берем просто первый пример, тупо копируем. Кстати, примеры очень грамотные, именно на них мы будем проходить, потому что они же четко указывают, что мы здесь отразили основные принципы. Так куда бежать и учить, если надо по шаблонам именно здесь? Они же не зря, наверное, примеры писали. И вставляем в код. Видите, код не работает. Заходим в расширение. Во-первых, поставьте два расширения. Первое ставите, набираете ремикс, увидите расширение Ethereum Remix. Вы его ставите, нажимаете установить. Второе, ставите расширение Solidity.
вот это ставим от бланка. Ставим, пишем установить. После установки солидности у нас сразу появилась подсветка кода, то есть все нормально. Далее вставили код. Сейчас я поменял код немножко. У вас появляется вот такое расширение. Вы нажимаете. Появляется вверху управление, внизу дополнительные плагины, которые можно установить. То есть мы можем активировать плагин, нажав, допустим, и так далее. Да? Теперь мы будем работать через Remix пока, поэтому нажимаем Run and Deploy, то есть и активируем. Появляется такое окошко. Нас интересует вот эта строка, то есть оно нам предлагает подключиться к сайту remix.ethereum.org. Нажимаем Connect. И начинает прокручиваться и предлагает нам подключиться к сайту. После этого переходим на сайт, нажимаем Ctrl, появляется ссылка на сайт по ссылке. Нам надо, чтобы было взаимодействие с локальной средой. Можно просто выбрать среду. Сайт запоминает куки. Можно нажать вот на вилочку плагины. Нажать такую вещь, как, то есть набрать Remix. И нажать активаты плагина RemixD. Activate. Connect. То есть теперь будет доступно для обработки наших файлов. Плагинов много, по ходу будем разбираться. Далее, пусть сайт будет открытый. Так, это другая среда. Мы делаем что? Видите, вот значок желтенький стал. Еще не подключился. Хотя мы можем и останавливать его, и опять стартовать. Вот здесь у нас должны пройти изменения. Вот стал зеленым. Видите, я, то есть щелкнул один, второй раз стал зеленым. Не захотело сработать. Опять нажимаю «Выключил». Пишут, что этот порт уже соединен. Все правильно. Просто иногда здесь может что-то не получаться. Придется покопаться. Это я сразу говорю. Плагин еще не работает так. У кого-то получается, у кого-то не получается. Но если покопаетесь, получится. Если что-то не срабатывает, ну, сейчас виртуалки, она не очень вообще хочет работать. На системе будет работать. Если не срабатывает, да, не получается, тогда попробуем, значит, вариант первый. Во-первых, то есть оно показало, что почистите историю. И закройте. Да? То есть сначала надо было закрыть. Потом сначала пробуйте вот отсюда пойти. Нажимаете старт. Вот оно стало желтеньким. Но еще не знает, с чем подключаться. Потом Run Deploy. Нажимаете Activate. Нажимаете Connect.
Открывайте сайт Remix. Пробуйте еще в разных браузерах. Сейчас мы не подключаем браузер, а что делаем? Плагин. Сейчас мы просто вот здесь Workspace, значит, рабочее пространство, Connect Localhost. Это то же самое. Вылетает окно, мы нажимаем все ОК, соединиться. Вот этот файл соединился, кстати. Открываем нашу среду. И видим, что мы соединились сейчас в данный момент. То есть у нас появилась компили, деплой и так далее. То есть развернулось. И этот значок стал зелененьким. То есть надо по-разному пробовать. Просто бывают какие-то вот глюки в этом плагине. Ну, показываю теперь на своей среде. Я открыл вот файл этот болот. Как у меня это происходит. То есть, то я виртуалки закрою, даже не буду закрывать. Тут у меня на основной машине работает прекрасно. Ну, с чем-то я ковырялся был. Я даже толком и не помню, еще сказать. Открываем Remix. Видите, вот окно вылетело и все, и убралось. Ну, поэтому вот берем, нажимаем вручную. И, по сути дела, вот наши пакеты, да? То есть нам, но все равно интернет не надо. Нам надо здесь. И смотрите, вот у меня то же самое сейчас произошло, да, вот. Ну, не соединяется. Нажимаю стоп, потом нажимаю старт. Убираю. Браузер открыт. Порт написано, все правильно. Уже соединен. Захожу сюда. Надо по-новому все сделать. Видите, не соединяется. Значит, закрываем. Ну, видно, то ли на одной машине, что открыт. Ага, запоздало, но соединился. Тогда нажимаю активе. Угу. А с чем ты соединился? У меня же виртуалка открыта. Ну, понятно, что здесь нету, соединился с виртуалкой. Ну, сейчас я и вас, и себя, наверное, не запутал, поэтому надо мне виртуалку закрыть все. Да, потому что здесь соединено. Вопрос, с чем он соединен? Remix D. Угу. Она сказала, что не удается подключиться. Выбираем поиск. Куда он денется, он все равно подключится.
нажимаем connect. Нажимаем стоп. Закрываем. Нажимаем run deploy. Нажимаем опять. Вот это может уже приходится по-новому открывать. Так, видим, подключен. Нам не надо ничего останавливать. Но, как видим, ага, толку нету. Видите, ничего не происходит с окном. Даже они писали, что брать через строку работать. Можно Ctrl-Shift-P и набирать Remix. Ну, на самом деле, сейчас надо просто перезагрузить среду. Просто я вот это показываю специально, что могут быть глюки. То есть, у кого-то подключается сразу, у кого-то ни хрена не подключается. Но то, что оно подключится и научится, это точно. Закрываем, как я вас учил. Когда настраивается, оно уже нормально работает. Так. Так, это виртуалка. Открываем файл болот, чтобы было расширение SOL. Открываем расширение. Можем нажать компили. Вот здесь выбираются версии, что что. У нас выбрано латест. Все нормально скомпилировалось. Run deploy. Activate. Connect. Видите, окошко бац и ушло. Никуда оно не денется. Вот, подключился. Когда все очистил, могу здесь нажать компилинг, могу здесь нажать деплой. Что пишет? Пишет, что не является функцией, но это уже не важно. То есть это значит, что работает. То есть определяет исключение. Возьмем другой контракт. Сейчас просто скопируйте, вам надо, чтобы все это развернулось дело, чтобы начали появляться вот эти вот вещи, да. Чтобы мы могли развернуть контракт и развернуть все вещи. То есть транспорт, каль, рецепт. Возьмем, допустим, другой контракт. Только здесь. Меняем, чтобы он был, главное, открыт. Нет. VS. Скомпилировали. Что он сейчас будет компилировать? Тут выбираем другой файл, компили, деплой, best recipe контракт, наше, да, название, best recipe, рецепт. Сейчас все работает, да? Дальше будем разбираться.
В общем-то, длинное видео получилось, но, видите, мороки иногда есть.